Приветствую. Что? Ой. Кто здесь? Это я, да. Это вы. Кажется, ваша подруга называла вас Лололошка. Я могу вас назвать так же? Да, да, все нормально, Вера. Лололошка, я пришла сюда, потому что видела объявление. Там говорилось, что нужно прийти в Паэну в Междумирье. Я, признаться, понятия не имею, как мироходцы туда попадают. Я ведь не принадлежу к криминальному миру, как большинство из башни. Нет, конечно, я не могу сказать о себе, что я без греха, но как попасть в Междумирье, я не знаю. Я... подумала, что если я приду в тот мир, куда меня проводила ваша подруга, то есть шанс, что вы рано или поздно меня тут найдете. И видите, как получилось. Я совсем недавно пришла сюда. Честно говоря, я очень надеялась, что именно вы придете за мной. Ходят слухи, что за сбежавшими из ведомнями охотится какой-то полоумный. Не сочтите за грубость, но я бы никогда по собственной воле не отправилась обратно в Междумирье. Но выбирая между вашей наивной, но благородной идеей и каким-то чокнувшимся злодеем... конечно же, посудите сами, как я могла сделать другой выбор? Вот так вот просто? Сидела здесь и ждала, пока кто-то за тобой придет? Не очень-то верится, Вера. Что? Но, Лололошка, позвольте, я же... Почему вы так про меня говорите? Я же все вам рассказала, как есть, и... Что? Ничего себе! Вот это удача! Шел за одним мироходцем, а нашел сразу двоих! Красавица! Не так быстро! Что ты сделал со мной? Да ничего такого, Вера! Я просто на время выключил твою искру. Всего-то. Что за... Откуда ты знаешь, как меня зовут? Да. Ох, Вера моя, Вера. Не сомневайся. Я знаю про вас очень и очень многое. Эй, что происходит? Ай-яй-яй, как некрасиво. Мы же только начали беседу. Я, конечно, шел к тебе, а не к ней, но... Разве так поступают в приличных кругах? Что тебе надо, Эбарда? И опять же вот так вот сразу? Без всяких вступлений сразу к делу? Ну где же твои манеры, Лололошка? Ну ничего, я тебя научу.